Так, продолжим вязать обвязку. У меня закончилась память. Я просто сейчас хочу вам рассказать, как вяжется хвост, и объяснить, как пришивать голову к туловищу. Вот повернулись мы здесь на уголке. Здесь на уголке повернулись. И связали два столбика без накида в одну петельку в уголке, чтобы повернуться на сторону. И далее вяжем просто столбиками без накида примерно до середины. Далее мы поднимаемся на 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся в обратную сторону соединительными петлями. Вот уже следующую мы вкалываемся и выполняем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. У нас обратно получается только 4 соединительных столбика. Вот получился хвостик. Далее просто вяжем столбиками без накида обвязку по всему периметру нашего туловища. Вот, не буду показывать, это уже как бы не нужно совсем. Вот, теперь я просто покажу, как пришивать слоника лучше всего, чтобы он более эффектно смотрелся. Ну, я не знаю, как говорится, это на мой взгляд, конечно, может на ваш взгляд, может как-то по-другому эффектнее смотрится, поэтому решайте сами. Но я просто покажу, как пришивала я. Вот голова у нас обвязанная уже с глазом, еще должен быть тут бивень, но бивень я не связала, у меня белые нитки закончились. А вы вяжите, вот, будет более такой реалистичный слон. Вот этот слоник лучше всего выглядит, когда вот именно что ушко вот сюда на туловище немножко заходит. Вот получается, он как бы голову так вот вверх поднимает. Еще если вот так задорно ему пришить вот так хобот, то будет как будто он улыбается. В общем, думайте сами, решайте сами, как вам будет более приятно глядеть, смотреть на этого слоника. Но я вот здесь сделала желтую обвязку только потому, что синие ниточки у меня закончились. Поэтому вы не обращайте внимания, вяжите теми ниточками, которыми у вас была обвязана голова. Вот здесь немножко тоже у меня как-то кривовато, но следите за тем, чтобы петельки вот эти смотрелись прямо. Вот эта петелька у меня глядит куда-то в другую сторону. Нужно вот немножко было вколоться вот сюда крючочком, а не сюда. Там была у меня ошибочка. Вы не повторяйте мою ошибку. В общем, выполняете по периметру обвязку столбиками без накида. В уголочках вяжете по 2 столбика без накида. Вот. И затем пришиваете, отпариваете или стираете аппликацию, высушиваете, чтобы она была прямая. Пришиваете, также стираете или отпариваете, и все, будет слоник готов. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями в социальных сетях. Большое спасибо всем за внимание. Пока-пока!